«Русский иллюзион». 10 лет в эфире. Чувство, рождающееся внезапно. Есть ли он, нет ли, все равно его вижу. Заставляет совершать трогательные поступки. Мне еще никто такого не говорил. Бороться с собой. Дура! Ты соображаешь, что ты делаешь? Чтобы обрести безграничное счастье. Ты любишь меня? Настоящая любовь. Да! Ну тогда я здесь ждать буду, вот у кафе. В день любви, семьи и верности на «Русском иллюзионе».